Почему Путин сегодня поднял сейчас вопрос суверенитета? Вот, вот так открыто, подробно, со ставкой на новых людей, не на старых, не на, он не олигархов собрал и начал им объяснять, что такое суверенитет американских, а новых, которых должны заменить. Понимаете, да? Mm-hmm. Почему? Да потому что, я, извините, сейчас скажу непопулярную вещь, но мы о ней предупреждали. Потому что мы не имеем тех успехов, которые мы хотели бы иметь на военном, как бы на, по военному, по военной линии. Ну, не имеем. Ну, я думаю, ну давайте не будем лукавить, это очевидно. И мы предупреждали, что именно отсутствие успехов ускорит национально-освоительный процесс и, собственно, приведет к нему. Как это ни парадоксально звучит. Потому что, в принципе, только катастрофическое как бы, обстоятельство могут создать реформы. Когда у вас все хорошо, никакие реформы никому не нужны. Но парадокс в том, что несуверенные мы не можем победить. О чем мы вам и говорили. Ну, все мы вместе говорили. Соответственно, поэтому Путин сейчас поднял. То есть фактически он начинает подходить. А учтите, заметили, да, отменили прямую речь, перенесли послание Федеральному собранию. То есть это называется, то есть он действует вот как Сталин первые месяцы Великой Отечественной войны. Кстати, даже сроки где-то совпадают, да, 3 месяца. Да? То есть он начинает переформатировать под идеологию, вы говорите идеология, под идеологию суверенитета страну в связи с тем, что иначе мы не можем победить. Это ровно то, о чем я дал дычу уже сколько, 3 месяца. Не будет суверенитета, не будет победы. Вот сейчас Путин, как лидер, как действительно великий человек, начинает строительство другой России. И уже в этой России он сделал черту отсечения. Вот это молодежь со мной, а вот это бессмысленно с ними даже разговаривать. Вот это тоже надо, факторы это учитывать. Так что мы сейчас постепенно именно разворачиваемся. Сколько будем разворачиваться? Вот в связи с войной на суверенитет. Я думаю, что будем разворачиваться несколько месяцев, потому что ну, военные неуспехи, они будут с каждой недели становятся все более такие как бы доминантными в том самом, как еще раз термин, общественном суверенитете. Да, в общественном понимании, суверенитете. То есть общество будет осознавать это. Как бы ни пытались, ура, патриоты, нам тут, значит, лапшу повесить. Я вам еще раз напоминаю, включите телевизор, все ведущие каналы нам рассказывают, как, каким образом мы победим через пару дней. Вот все. И объясняют, как это произойдет, и как это неизбежно. Ну, то есть победим, так это, ну, победим мы все, узнаем, что мы победили, флаг над Киевом, да? Uh-huh. Но вот как они все это рассказывают? Это все отвлекает от серьезного отношения к событиям, не только к военным событиям, но и к стране, потому что одно связано с другим. И тем самым не дает возможности включиться в путинскую линию, в нодовскую линию широких народных масс. Через механизм включения мозгов, через осознание ситуации. То, что массы включатся, я думаю, все уже понимают. То есть народ действительно консолидирован вокруг Отечества. Это правда. Просто никто не знает, что делать. Понимаете? Вот их задача отвлечь. И когда народ спрашивает, что делать, телевидение, первый канал ВГТРК, НТВ говорит, ничего. Устами тысячи этих самых своих сотен экспертов, ничего не надо делать, уже все хорошо, ваша задача просто, в лучшем случае, идите купите шампанского и положите в морозильник. Все, ждите. Путин доложит, а ура, ура, победе. Когда люди говорят, какая победа, блин, ну что вы мне тут, ну как бы я не... Ну это там чуть-чуть фронт выровняем, нам Волноваха важнее Киева, ну и все, лапшу такую вешают.